К другим темам. В Северодвинске обезврежена организованная преступная группа. Сотрудниками спецподразделений ФСБ задержаны 13 активных членов группировки Олега Шаманина. Задержанные вымогали сумму от 10 тысяч рублей до нескольких миллионов у бизнесменов Северодвинска. В случаях отказа платить у предпринимателей уничтожали имущество. В отношении самого Олега Шаманина и еще 13 активных членов преступной группировки возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Участие в нем вымогательство и применение насилия к представителям власти». Начиная с 2012 года они обращались к предпринимателям города Северодвинска с требованием о передаче им части денежных средств в размере от 10 до нескольких миллионов рублей ежемесячно. В случае, если предприниматели отказывались платить указанные денежные средства, им угрожали, а также применяли другие способы воздействия, такие как поджог транспортных средств, клубов, магазинов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Уже завтра суд примет решение о мере пресечения в отношении подозреваемых. Если вы пострадали от действий преступников, информацию от вас ждут по указанным телефонам.